Всем привет, друзья мои! А вот и мои кнопчики, зайчики, бабулины, лапулины. А на завтрак мужу и сыну я приготовила вот такое вот. Ну что приготовила? Все вытащила, там чуть-чуть порезала. Детей я покормила геркулесовой кашей и с хлебом, с маслом, с сыром. А на обед я жарила котлетки. За котлетки хочу супчик приготовить такой с маленькими пельмешками. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Всем привет, друзья мои! Сегодня выбежали с Мари в город. Вот уж сделала кое-какие покупки. И вот обнаружила такой магазин возле нас классный. Так здесь все классно. Вот эти такие бутылочки взяла. Мне там заказ сделали в Батуми. Стеклянные. По 9,50 для садика, для школы вот так брать. Я помню, я по 30 тогда давала детям. Почему бы сейчас не взять по 9,50? Ну, не важно. В общем, вышли мы с ней погулять. Сын, ну, через неделю, наверное, уедет. И надо еще кое-что докупить. С тремя детьми очень сложно идти. Я их усыпила. Сын остался дома с Сендером. А мы пошли с Мари. Вот и я, а вот и мы с Мари. Хороший магазин, посмотрите. Если кто живет в Мезитли, в сторону Соли, это где Макдональдс, и в ту сторону пройти. Очень интересный магазин. Я его давно знала, но сейчас буду только сюда приходить покупать что-то из посуды. Еще купила для растительного масла бутылку. Понравилось мне. После долгих ождений мы решили с ней прохладиться. Да. Прохладиться мороженым. А оно все течет. Вот у нас проблема. Мороженое течет. Да. Мы теряем мороженое. Ага. Если потекло. У папы вниз потекло. Попробуй мое белое. С фруктами. Всем привет, друзья мои. А вот и наше очередное утро. Мы идем за хлебом всей семьей. А ну посмотрите на меня. Бабуля какие шапочки купила моим деткам. Чтоб солнышко на них не грело, на головку. Ой, у Деми какая красивая шапка. И у Мари, и у Ирмочки. Вот так вот собрала их. Дома спят мужчины. Что-то я с этой болезнью не могу рано вставать, друзья. Настолько, не знаю, какой-то ослабленный организм требует сна, и я сплю, сколько хочет моя душа. И дети тоже спят, позволяет мне, поэтому. Сейчас пойдем за хлебом, думаю, может, куплю им какие-то семитики. И потом, знаете что, может, пойдем где-нибудь там в парке посидим, чтобы они отгулялись с утра. В общем, посмотрим, как будет. Посмотрим. А сейчас идем мы в пекарню. А потом хочу пойти на базар и там купить персики. И болгарские хочу сегодня делать голубцы. А я профессионал. Кто ты? Я профессионал. Напишите комментарий. Громче. Напишите комментарий, вы видели Моргенштерна или нет.
Вы понимаете, она еще знает, что такое Моргенштерн, кто такой. А кто такой Моргенштерн? Это куча-куча денег. У нее много-много девочек. Денег? Еще? Денег. Много девочек. А что он делает с девочками? Маша делает. Скажи. Массаж делает. Массаж делает? Зачем ему массаж столько от девочек? У нее 100 девочек. Вы поняли? 100 или 50. Боже, какая жара, они, посмотрите, с ума сходят от жары, говорят, не можем, мы шапки поснимали, все. В общем, 3 семита и 4 хлеба, 12 лир. Зачем вы сняли шапки? Очень жарко. Ну, такой вот мерсин. Куда ложишь семит? Сейчас покушают и пойдем дальше. Да. Пойдем покупать песни. К Моргенштерну. А Моргенштерн далеко живет. Мои дорогие, мы пришли домой. Конечно, мне снимать с детьми было очень сложно. Мы забежали на базар там, который впереди есть у нас. С деревни все привозят. И мне было не до камеры. Много людей не было, но нормально себя вели мои дети тоже. И на базар Светлана тоже может пойти. Что я хотела купить? Я хотела купить им много персиков, потому что им очень понравилось, и мы 2 кило тогда мало получилось у нас, купили на базаре. А эти по 5. Те были большие по 7, по 5. Так, минуточку, я занята, когда разговариваю. С ними вообще не надо. И купили, значит, вот такой виноград. 5 лир тоже. Сливы 5 лир. По-моему, это на чернослив, да, похоже? Да? Посмотрим. Я хотела сделать сегодня долма. Салат. Нет, я хотела сегодня сделать голубцы с фаршем. Мне Анымчик с деревни передала. Вот поэтому вот цель моих была это и это, а это все остальное потом. И смотрю, готовые, горяченькие, эти голубчики готовят. Попробовала, обалденно вкусно. И чековте то же самое, это 15 лир тарелка, а это 12 лир стоит. Чтобы мой сын попробовал. Мне-то готовить сейчас не до этого, я не умею никогда не делать чековте. А Мирабчик хочу, чтобы попробовал. Скоро он уже уезжает, поэтому... Когда он уезжает? Через... Минута. Через неделю почти уезжает. Так что вот, мы посмотрите на моих детей. Жарко, жарко вам, да? Им так я жарко было. Уже. Да, устала. Я а как устала вы? Я тоже устала. На устали, да? А как вы думаете, так легко бабуля вот ходит, покупает все в такую жару? Да. Вы понимаете, как дома хорошо сейчас, да? У нас веет, ветерок дует, как хорошо, да, сидеть дома? Бабуля Светлана приготовила вот такие вот голубчики с мясного фарша, который передала Анымчик. Они же на Курбан-байрам делали заготовки всего, и фарша, и все. У меня здесь только лук, помидоры и рис, фарш, и петрушка, и положила укроп. Ни морковь, ничего больше не смешивала. А здесь вот у меня сейчас раствор делаю из томатной пасты. Сок. И все. Вот эта вот тарахтушка мне помогала. Двое маленьких спят. У нас очень жарко. Вроде бы все успеваю, да? Очень так? Жарко. Вроде бы все успеваю делать. Даже еще успеваю йогой заниматься. Мы пришли с базара. Я тут села йогой. Сил нету, друзья. Ну что делать? Мне Боженька дает откуда-то силы, потому что смотрю на эти глазки. Да, у нее одела ей этот простые сережки. Одну сережку, одна у нее потерялась. И решила, а ну посмотреть на то, что тоже болит ухо. Нет. Да, одна потерялась, я одела этот. И сегодня как-то села с ней, занималась делами на балкончике. И думаю, что-то у нее за ушком такое прилипло. Вроде каждый день их мою, да. А оказывается, вот такое воспаление гнойное у нее. Я почистила, кричала, конечно, она, но
По-другому никак. Да, и ела шоколад. Ела шоколад и все трусики в шоколаде. Вы уже не этот. И что, не ругайтесь, очень жарко, действительно. И что, невозможно ходить в майке. И что, скажи? И еще, когда мне доставали, у меня кровь шла. И еще что-то хотела вам сказать. И ты еще кричала. Я кричала, мне было очень больно. Такая терпеливая, кричала. Смотри на меня. Кричала, да, и я хотела еще что-то сказать, но забила. Ну хорошо, ладно. Сделай волосики. А как? Собери. Вот такие голубцы у меня получились, видите? Почти все съедено. Тут у меня плов булгур, тут немножко курицы осталось. Я все думаю, что мне все мало не хватит. Начала варить пюре, но потом решила, что, посмотрите, у нас и кофте есть, у нас и это есть. И еще они суп поели, мерджимик, йогурт есть. Так что мамам, как всегда, кажется, что дети их голодные, не наедятся. Приучила своих детей есть до конца. Такую вчера бутылочку купила, масло для масла растительного, очень удобно. И тут как раз такая маленькое отверстие узкое, и немного очень выходит масло. Экономное. Так, мои дорогие, ну что, взрослых я накормила, детей я накормила, сама съела один болгарский перец, и вот поела это и это. Теперь мы собираемся на море. Море такое теплое-теплое. Кипяченое молоко. Немножко расстроенная, мы небольшие волночки. А это не боится. Какая волна. Где люблю, да? Волна сильная. Быстро, 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 быстро. Мария, осторожно. Боже, вы видели, какая она быстрая? Осторожно. Подпрыгни. О, боже мой. Мираби пришел, тоже наигрался в баскетбол. Ашкым сидит, ашкым. Чекердек еди. Сейчас он зайдет, а то я вот все это время не могла сесть. Стояла возле детей. Мари вообще не боится волн, как я точно. Когда волны я научила, нужно подпрыгивать. А эти малые волны сразу бегут назад. Сейчас Мираби пойдет меня заменить. Сыночек мой. Почти через неделю мой сыночек уезжает, но я считаю, что мы неплохо провели время, очень много поговорили, так не хватало общения с ним. Ведь я когда приехала в Батуми, вечно я была по делам своим. Ирма, иди сюда, скорее. О, боже, какие волны сегодня. И почти не общались там. Не общались, общались. Сейчас он вернется, и после 15-го уже у него готовность будет вызывать рейс его. Не дождется он тоже.
классно, друзья мои. Я столько людей уже здесь. Купаются там. Ашкем, знаете, что сказал? Что вот там ряд дальше, что есть пляж, не доходя до соли, вот где есть сердце, я люблю мизитлю. Там сделали платное. Вот, 5 лир. Но я не знаю, как там сейчас, много людей или не, им или мало. Когда Мираби отправим, уже более будет у нас спокойно. Сейчас это у нас ажиотаж. Хочется туда пойти, сюда пойти. Чем-то накормить его таким, а уже с детьми. Все, как говорится, стабилизируется. И будем побольше гулять уже. Может, не будет уже так жарко. Идем домой, потому что Эндер сказал, что в 9 часов будет сильный дождь. А у меня балконы, сами знаете, в каком состоянии. Даже не верится, что у нас в Мерсе не будет дождь. Все в песке. Все в песке. Сейчас придем, будем мыться. Хотя и искупались тоже. Мерси.